Александр Лукашенко подписал указ о ремесленной деятельности. В соответствии с документом правительству поручено до 1 сентября определить перечень видов. Среди примеров – кузнечное дело, художественная обработка, роспись изделий и другие. С 1 октября регистрацию физлиц будут проводить в соответствии с данным списком. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности 22 августа из-за осложнившихся погодных условий. По стране установится облачная погода с прояснениями. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, временами порывистый. В ночное и дневное время на большей части республики ожидаются осадки в виде дождей, местами ливни. Также в отдельных районах возможны грозы. Руководство города, администрации районов и педработники приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Педагоги детям». Все собранные благодаря участию неравнодушных людей школьные принадлежности будут переданы воспитанникам детского социального приюта и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Росквит приглашает в объединение по интересам. Учреждение планирует принять в свои ряды около 3000 ребят от 4 до 18+. В центре порядка 300 объединений различного профиля. В топе – художественное, физкультурно-спортивное, вокал, хореография, изобразительное, декоративно-прикладное направление. Комплектование групп еще возможно в клубе «Космос» на Орджоникидзе 42В и в Киселевичах. Все кружки работают на бесплатной основе. В арсенале преподавателей – новейшие методики обучения. Управление по труду, занятости и соцзащите предлагает варианты трудоустройства. Сегодня в городе насчитывается чуть более 3000 вакансий, из них 2200 по рабочим профессиям. В кадрах заинтересованы такие предприятия, как Белшина, 720 свободных мест, КПД и ТДИА, 110, а также учреждения здравоохранения. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. Список широк. Обучиться можно на водителя погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщика и других. Трудоустройство гарантировано по большинству направлений.